В ближайшие недели уровень воды в Енисее будет расти. Об этом сегодня предупредили представители МЧС, синоптики и специалисты бассейнового управления. Сезон дождей в регион придет уже через два дня. И особенно сильные осадки ожидают в южных районах края, в Туве и в Хакасии. Запас Айнашушинского и Красноярского водохранилища составляет всего 1 метр. Это значит, что слив воды неизбежен. На ГЭС Дивногорский водосброс сейчас доходит до 5000 кубометров в секунду. На Красноярской набережной уже невооруженным взглядом можно заметить, что Енисей поднялся. Однако это вовсе не значит, что к нам придет наводнение. Так поясняют эксперты. Уровень воды в черте города сейчас достигает отметки в 284 сантиметра, а критичной считается 390. Есть запас больше метра. Серьезных паводков, как, например, в 2006 году, не будет, пообещали специалисты. Там ситуация такая была, что наложение дождевого снегового паводка. Это было на пике или на начале июля, начиная где-то с 5 июля, наложение дождевого. И весь еще, можно сказать, летний сезон, он только начинался. У нас-то ведь летний сезон заканчивается, у нас уже осень.